Торговое открытие в областном центре начал работать первый гипермаркет сети «Лента». Гений по соседству, 10-летний орловчанин, уже постигает премудрости мехатроники. Сквер не к месту. В создании мемориального объекта памяти артиллеристам сделана пауза. Уроки от лучшего. В Орле стартовал отборочный этап конкурса «Учитель года». Об этих и других событиях мы расскажем вам в ближайшие полчаса. Здравствуйте, это «Губерния. Итоги недели». Я Сергей Кравцов. В минувшую пятницу губернатор региона Вадим Потомский посетил сельскохозяйственные предприятия Орловского и Шаблыкинского районов. Наталья Пехтерева о подготовке к весенним полевым работам. Здесь не зависят от импортных поставок и технологий. Сами выращивают коров, обеспечивают их кормами и производят молоко. Ныне это преуспевающий племенной репродуктор, а еще несколько лет назад хозяйство, с трудом державшееся на плаву. Главный по переменам – директор Олег Тимохин. Теперь вот его сын Александр перенимает опыт. Начинал еще с 14 лет здесь рабочим на зерночислительном комплексе. Затем экономистом. Несмотря на то, что вы сын руководителя. Ну, это не дает никаких привилегий. Тимохин-старший 10 лет назад сделал ставку на модернизацию хозяйства и не прогадал. Было закуплено датское оборудование. Теперь ферму «Красной звезды» по праву можно назвать высокотехнологичной, рассказывал глава хозяйства Вадиму Потомскому. Качество молока у нас сегодня одно из лучших. То есть сегодня я вот могу открыто это сказать. Мы славянская мценская агрофирма «Юпитер». Те, которые выдерживают качество молока. Проблема в том, что молочные реки «Красной звезды» текут в Тулу, во вход Орла. Отличная цена, без НДС. Перемены будут, говорит Вадим Потомский. С построением своих перерабатывающих комплексов появится возможность производить свое молоко, сметану, сыры. Можно поголовье увеличить, понимаете? Но и производство молока можно увеличить. Другое дело, что вся маржинальная составляющая будет оставаться не в Орловской области, а в других регионах, где занимается переработкой. Поэтому увеличивать не в свою пользу сегодня большой необходимости в этом я не вижу. Мы сначала должны реализовать те проекты, которые мы себе наметили, в том числе и по агрофирме Мценской, по строительству своего молочного производства. Кстати, племенное предприятие «Красная звезда» – одно из тех, чьи акции переданы из федеральной в областную собственность. В списке также два ливенских предприятия. Меры, предпринятые по инициативе Вадима Потомского, позволят сохранить организации, которые ранее числились в списках на приватизацию. Решение принципиально принято. Я благодарен председателю правительства Медведеву. Я очень благодарен министру сельского хозяйства Федору Николаю Васильевичу. Мы этот вопрос с ним решили в телефонном режиме. Я ему просто позвонил: Николай Васильевич, у нас есть такая проблема. Он говорит: какая? Когда я тут начал о ней говорить, он сразу о ней вспомнил. Вот сразу же. То есть он был в курсе. Он говорит: справитесь, нужно вам, да. Договорились. Проходит 5-6 минут, звонит его заместитель. Говорит: Владимир Владимирович, поступила команда, вот давайте начинать оформление. Очень сильно помогает Росимущество Дергунова. То есть все те федеральные инстанции, которые мы были должны пройти, прошли и в очень ускоренном режиме. Поэтому я им очень сейчас говорю благодарен. Мы эти предприятия будем усиливать. В Шаблыкинском районе Вадим Потомский познакомился с проектом, который реализует «Мираторг». Предусматривается создание откормочных площадок на 55 тысяч голов крупного рогатого скота. Строительство двухматочных ферм. Реализация проекта в полном объеме обеспечит производство на территории области 30 тысяч тонн высококачественной говядины. Что касается инвестиций, до примерно 2017 года 2,5 миллиарда рублей. Значит, это большой объем инвестиций, который... Одним словом, те соглашения, которые мы заключили с руководством этой компании «Мираторг», они на сегодняшний день выполняют в полном объеме. И я убежден, что останавливаться они не будут. То есть все те условия, которые мы должны были выполнить со своей стороны, мы для них выполнили. Еще одна приоритетная задача – максимально эффективно провести посевную. Все необходимые ресурсы для этого в регионе есть. Районы западные, центральные, не все, правда, и юго-восточные начали закрытие влаги
Значит, по плану у нас закрыть влагу на площади 402 тысячи гектар. На сегодня 94 тысячи закрыто. В этом сезоне земледельцам предстоит дополнительно освоить 27 тысяч гектаров, а также пересеять пострадавшие озимы. В Орловском районе эти культуры чувствуют себя хорошо. Значит, видите, вот это узел кущения, вот он, пупырышка, да, вот такая. Да. Она белая, светлая, не желтая никакая. Если она была бы желтая или так, коричневатая, значит, все, растение гибло. Отмертвое. Здесь все нормально. Здесь все нормально. К севу аграрии приступит в начале апреля. Есть все предпосылки для того, чтобы область снова получила рекордный урожай. Земледельцам предстоит выполнить взятые на себя обязательства ежегодно выращивать по 3 миллиона тонн зерновых. Вполне обнадеживают и суммы финансовой помощи. Распоряжением правительства Российской Федерации Орловщине утверждены лимиты на поддержку села более 1 миллиарда рублей. Наталья Пехтерева, Эдуард Чернаускас, Олег Фомин, телеканал «Первый областной». В четверг торжественное открытие состоялось на Московском шоссе. Свою работу в нашем регионе начала одна из крупнейших российских розничных сетей – «Питерская лента». Вместе с несколькими сотнями орловчан на открытие гипермаркета прибыли представители областной власти и те, кто стоял у истоков создания торговой площадки. Мы шли к этому много-много дней, вложили много и получили замечательный красивый торговый центр. И я хочу, чтобы вы это делали каждый день и с вдохновением, с любовью ждали наших гостей. Строительство гипермаркета общей площадью около 10 тысяч квадратных метров завершилось в рекордные сроки. Участок застройщиками был получен в конце прошлого года. По словам представителей питерской торговой сети, одна из основных стратегий – быть ценовыми лидерами. Такая инициатива инвесторов, а вместе с тем интерес к нашему региону, был положительно встречен и властью области. Приход любого оператора на территории Орловской области говорит, во-первых, о привлекательности региона, о наличии как бы платежеспособного спроса, но в первую очередь это определенные предпосылки для развития орловских товаропроизводителей, в первую очередь той группы товаров, которые представлены в этом магазине. И во-вторых, безусловно, будет способствовать подъему конкуренции среди торговых предприятий на совершенно новый уровень. В ассортименте ленты представлено около 1000 наименований продовольственных товаров. Кроме этого, на прилавках имеются и вещи, изготовленные по специальному заказу сети. Это одежда, обувь, бытовая химия, техника, товары для садоводства, а также многое необходимое автомобилистам. В этом году по программе капитального ремонта будет израсходовано 45 миллионов рублей. Средства федерального бюджета, областного и муниципального. Плюсом к ним деньги, собранные собственников. Правда, проект краткосрочного плана, в котором сегодня 41 многоквартирный дом, до сих пор не подписан. В этом году в план краткосрочной программы попали не только жилые, но и имеющие статус памятников дома. Во всем мире существует определенная практика. Если дома памятники, не надо мучить людей, им надо давать нормальные квартиры, а дома памятники надо восстанавливать силами тех богатых людей, которые могут сделать там свои офисы. В Сибири, например, даже есть целый квартал Иркутская Слобода. Дома-памятники там привлекают взор туристов. Такое можно сделать и у нас, в Орловской области, уверен архитектор Вагрн Вермещан. Его нужно привести в такое состояние, чтобы он стал как визитная карточка для Орловщины. Ну, все предпосылки, все, скажем так, возможности для этого есть. Дома-памятники, которые могут стать визиткой города, по словам главного архитектора, должны преобразиться уже в этом году. Правда, следить за этим, скорее всего, будут и специалисты областного управления культуры. В проекте краткосрочного плана сейчас находится 41 дом, в том числе 50 лифтов подлежат замене в программе капитального ремонта. И 45 миллионов рублей – это денежные средства из федерального, регионального и местного бюджета. Правда, краткосрочная программа пока не принята, а значит, число домов, которые дождутся капремонта именно в этом году, может уменьшиться. Пока в очередниках на 15-й год 40 многоэтажек. И вот этот по улице Салтыкова-Щедрина. В этом году проведение капитального ремонта в полном объеме организует фонд наш. От начала разработки проектно-сметной документации, сметной, до приемки выполненных работ.
С выбором этим совершенно не согласен Виктор Иванович Усов. Труженик тыла указывает на здание напротив. Это еще довоенные. Вот этот, он остался еле-еле. Мы когда вернулись после оккупации назад сюда, в деревню шугоняли нас, все поразбежали. А он-то только без окон, без дверей стоял, а вообще он остался целый. 245 миллионов рублей – это средства собственников жилья, которые в 2015 году будут потрачены на ремонтную кампанию. Сбор по квитанциям начался с опозданием. Правда, не все орловчане оплачивают платежные документы стопроцентно. Есть и льготники – это ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и Семипалатинском полигоне. Ветераны Великой Отечественной, боевых действий, военной и государственной службы. Ветераны труда. Первые два месяца выдались не из легких, уверяют в абонентском отделе регионального фонда. Сегодня орловчане, оплатившие счет ранее, получают документ с долгами. Все дело в сроках передачи данных. Уважаемые собственники, если вы не видите в квитанции, что ваша оплата учтена за январь месяц, вы должны сейчас оплатить по верхнему штрих-коду. В следующем месяце, планируют в фонде, орловчане вновь получат квитанции за два месяца. А уже к 1 мая выставление счетов выровняется. Что же до краткосрочного плана, то, скорее всего, он будет принят в середине апреля. Случается, что талант проявляется у человека уже в раннем детстве. В школе физику начинают изучать в 7 классе, черчение в 8, астрономию в 11. Арсений Цыбаров учится только в 4, но смело постигает эти науки. И не просто постигает, а даже делает маленькие открытия. Олег Рудаков расскажет о 10-летнем ученике кафедры мехатроники и международного инжиниринга технического университета. С такими, как Арсений, нам еще работать не приходилось. Чуть ли не в унисон, говорят на кафедре мехатроники в Орел ГТУ. Для своего возраста он не по годам владеет знаниями во многих областях. У него есть сборник задач. Задачи многовариационные. То есть там можно решить таким образом, другим. И он придумывает либо самый простой, либо какой-то оригинальный, который даже вот мы сидим рядом с ним, и нам в голову не приходит. Откуда он берет? Неизвестно. Математика, физика, черчение, английский язык, мехатроника – это лишь малая часть его увлечений. Эдакий киножурнал «Хочу все знать» с одним главным героем. Природная любознательность. Он много читает, он много думает о том, что читает. Он много делает, потом думает, потом читает про то, что сделал, потом думает о том, что прочитал и так далее. Вот у него такая цепочка бесконечно раскручивающаяся. А вот, собственно, и наш герой. Привела его в университет тяга к новым, обширным и глубоким знаниям и любовь. Любовь к роботам. Я просто люблю вот это вот все, робототехнику, все эти вещи собирать, заниматься роботами. Как давно тебе это нравится? Сказать честно, мне это нравится практически с рождения. Ну, как только я, как говорится, извините, пожалуйста, за такое разговорное выражение, расчухал, что это такое, мне это сразу начало нравиться. Даже в изучении языков 10-летний мальчонка пошел нестандартным для своего возраста путем. Сейчас я изучаю здесь не только все черчение, робототехнику, но еще и технический английский. На бытовом уровне я уже не то чтобы неплохо, но просто как-то уже скучновато даже немножко стало. Такая любознательность сына и его не по годам развитое мышление радуют Ирину Цыбарову и, к сожалению, немного печалят. Это и благо, и несчастье. Благо, потому что я считаю, что чем больше умных людей в стране, тем лучше в самой стране. А несчастье, потому что меня, например, как маму и моего ребенка, не все понимают. Кажется странно, что он ведет себя неадекватно. Всем в стране хочется, чтобы были умные люди, но опять же всем хочется, чтобы дети при этом росли тихими, смирными и руки на коленке. Кроется здесь и еще одна немаловажная проблема, о которой рассказал нам зав. Кафедры мехатроники. Сейчас такими детьми заниматься попросту некому. На сегодня отсутствует такой очень важнейший инструмент подготовки молодых талантливых ребят, как раньше были физико-математические школы, которые курировала Академия наук. Ну а пока Арсений два раза в неделю ходит в университет. И как он сам говорит, мечтает о карьере ученого и сделать открытие, которое, возможно, перевернет мир. В едком дыму оказалось здание налоговой службы. Причина крылась в неисправности электропроводки. Правда, огонь был условный. Орловские спасатели там отрабатывали приемы ликвидации пожара. Подача деклараций, прием граждан, консультации специалистов. Конец рабочего дня в налоговой службе омрачил тревожный звонок.
Здравствуйте. Адрес Московское шоссе 119, инспекция возгорания 4 этажа. Реакция орловских спасателей незамедлительна. Условный пожар вспыхнул на 4-м этаже здания. Все охвачено густым дымом. Угроза жизни налоговиков реальна. В огненных оковах оказались 2 человека. Буквально через минуту пожарные расчеты прибыли по звонку к месту ЧП. Быстрый осмотр, и очаг возгорания обнаружен. Львов, 321 на связь. Риск для себя, но спасение пострадавших – наш девиз, говорят спасатели. В условиях реальной угрозы для сохранения жизни все средства хороши. Одним из главных инструментов по спасению людей в подобных происшествиях и пожарах на высотных зданиях является автолестница. Высота ее достигает 30 метров. По ней, благодаря крепкой руке спасателей, пострадавшие выбрались в безопасную зону. Другой надежный помощник – так называемый куб жизни. Это специальная надувная подушка для прыжков с высоты. Он незаменим, когда для эвакуации людей невозможно использовать ту самую лестницу. Проблема тушения как реальных, так и условных пожаров – зачастую невозможность спецтехники подобраться к месту происшествия, отмечают спасатели. Автолюбители правила парковки грубо нарушают. Большегрузным автомобилям крайне сложно между ними маневрировать, что, соответственно, занимает определенное время по прибытию пожарных подразделений к месту пожара. Свое мастерство на прошедших масштабных учениях орловские спасатели показали на твердую четверку. Оценил работу Алексей Гераськин. Объект готов, объект действующий, понимание с руководством объекта есть. Коротко о других значимых событиях прошедшей недели. За прошедшие выходные 6 дачников и 1 должностное лицо были оштрафованы на 1000 рублей каждый за несанкционирование сжигания сухой травы. Это результаты рейда орловских спасателей по профилактике и предупреждению загорания травяной растительности. Цель была не оштрафовать, а цель была предотвратить. Но если люди просто-напросто пренебрегают своими правилами пожаробезопасности, мы будем принимать самые жесткие меры административного воздействия. В законную силу вступил обвинительный приговор суда в отношении преподавателя Государственного института экономики и торговли Юлии Галактионовой. Осужденную признали виновной по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки должностным лицом за совершение незаконных действий». В суде было установлено, что взятки она брала в 2013 году во время зимней сессии. Студенты, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, заплатили ей 6 тысяч рублей за выставление положительных оценок без фактической проверки знаний. Вернемся к теме ветхого жилья и капитального ремонта. К нам в редакцию обратилась семья из Малоархангельска. Дом, в котором они жили с 1992 года, постепенно приходил в негодность. Оно не мудрено, ведь постройка дореволюционная. Все обращения в городскую и районную администрацию остались без ответа. 4 года назад из дома жильцам пришлось выехать и жить по разным адресам. Олег Рудаков о погоде в доме. Ну, вот, экспертизу делаем. Дом. Бревна просто сыпятся. Вот, видите, разваливается все. Да и как не развалиться, ведь зданию почти 100 лет, рассказывает Олег Казаков. В 1992 году их семье выделили этот дом для проживания. Но радости от этого было мало. Уже в то время он был как бы в аварийном состоянии. Он весь трещал. Стоит он на территории автохозяйства, в нежилой зоне. Все, видите, заборами обнесено. Все прелести соседства с автобазой семья чувствовала каждое утро. Стояли КАМАЗы за этой стеной. И весь угарный газ заходил в дом. Вот, реально его чувствовали? Да, реально чувствовали. 6 часов утра, и мы уже поднимались нам в школу, 7:30. В доме стоял угарный газ. Отапливали дом углем, которого катастрофически не хватало. За день сжигали по 9 ведерок черного топлива. Стены жилья упорно отказывались держать тепло, а крыша – воду. Вот эта стена вообще расходится. Она оседает, поскольку здесь, это если посмотреть с той стороны улицы, уровень земли выше фундамента, то есть садится. Ко всем просьбам Тамары Казаковой, матери 8 детей, имеющей медаль материнства 2 степеней, власти оставались глухи. Что и побудило ее в 2013 году обратиться в суд. В доме они уже не жили 3 года. Было вынесено решение 10 апреля 2014 года, согласно которого
Малоархангельский районный суд обязал администрацию Малоархангельского района предоставить Казаковой Тамаре Дмитриевне жилое помещение по договору социального найма, благоустроенное количеством комнат не менее 4, взамен непригодного для проживания жилого помещения. Для признания жилья непригодным для проживания существует целый ряд оценочных факторов. Это и физический износ конструкции, оснований, деформация фундаментов, стен, степень биологического повреждения элементов деревянных конструкций. А также имеет значение и изменение окружающей среды, не позволяющие обеспечить соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических норм. Однако в районной администрации свой взгляд на эту ситуацию. Со слов замглавы района, аварийного жилья у них попросту нет. У нас нет ни одной заявки, и вообще мы обследовали все жилье. А аварийного жилья нет. Есть у нас помещения, есть дома, которые требуют капитального ремонта, но они не являются аварийными. Что же до дома Казаковых, возможно, и его можно было бы отремонтировать. Неизвестно, правда, в какие сроки, да и решение суда, видимо, этому помешало. Жилье взамен непригодного администрации теперь придется покупать. Уже второй раз выставлено на торги по этому жилью. 1 200 000 лет. Это сколько за квадрат это получается? В пределах. Это у нас 26 тысяч квадратный метр стоит. Семье Казаковых остается лишь ждать результатов этих торгов. Правда, сколь долго, неизвестно. Да и въехать в новое жилье всей семьей уже не получится. В прошлом году Тамары Казаковой не стало. Сбербанк объявил о начале новой акции. Стартует она с 23 марта. У орловчан появилась возможность до 30 апреля подать документы на ипотеку по сниженным процентным ставкам. Правда, Виктория Юркова убедилась, что это еще не все интересные весенние предложения от главного банка страны. Все собрались в одном месте. Застройщики, риэлторы и будущие владельцы квадратных метров. Площадкой для сотрудничества стало отделение Сбербанка по адресу Щипная площадь, дом 1. С 23 марта по 30 апреля у нас запускается весеннее предложение промо-акция со сниженными процентными ставками по продукту приобретения готового жилья. 11,9 – такова процентная ставка на покупку квартир на первичном рынке. Это и есть та самая ипотека с господдержкой, о которой сегодня так много говорится. Процентная ставка до и после регистрации ипотеки – 11,9%. Первоначальный взнос – 20%. Кредит предоставляется на срок до 30 лет. И, соответственно, в качестве объекта недвижимости рассматриваются объекты на первичном рынке. Встреча риэлторов, застройщиков и орловчан на площадке Сбербанка – своего рода помощь покупателям. Объекты для продажи выбраны самые лучшие. В один голос твердят застройщики и агентство недвижимости. Зачастую клиенты приходят, не представляя о том, что конкретно они желают приобрести. То есть какое-то образное представление мы хотим. На Раздольной новый микрорайон строится, смогла подобрать себе квартиру. То есть уже конкретно договорились? Да, уже конкретно, вот мои квадратные метры. То есть ипотека одобрена, будем оформлять. Не во всех есть людей деньги, чтобы сразу отдать, да, не такие богатые. И это очень даже хорошо. Вот пришла, посмотрела, мне очень понравилось, мне рассказали все. Одна фирма, другая фирма. Сейчас пойду третья фирма, будем уже выбирать. Что же до застройщиков, то на ипотечной ярмарке они идут с удовольствием. Муниципальный УКС, к примеру, приготовил социальное жилье. Два дома в северном районе. На сегодняшний день это самая низкая, опять же, повторю, цена в городе за квадратный метр. Любители просторных комнат занимали очередь к тем, кто предлагает малоэтажное строительство. Находятся наши дома в экологически чистом районе. Строим однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры у нас идут. И также у нас идут таунхаусы. Снижение процентной ставки по ипотеке, обусловленное новым всплеском на рынке недвижимости, ждали не только покупатели, но и продавцы квадратных метров. В Сбербанке уверяют, весна 2015 принесла с собой много хороших новостей. На текущий момент есть программа «Военная ипотека», которая предусматривает кредитование военнослужащих на фиксированных процентных ставках 12,5% годовых. При этом даже в случае увольнения из рядов вооруженных сил процентная ставка не меняется. Подать заявку и оформить ипотечный кредит можно в любом отделении Сбербанка России. Тех же, кто не определился с выбором будущего места жительства, ждут на ярмарках.
Три дня ведущие экономисты региона обсуждали финансовое развитие области. В минувшую пятницу завершил свою работу первый финансово-экономический форум. Среди главных тем – вопросы изменения налогового законодательства страны. На протяжении трех дней «Экономфак» жил под эгидой первого финансово-экономического форума. Стержнем всей экономической системы, его кровеносной системой, можно сказать, является банковская система, которая связывает все элементы нашей экономической деятельности в единое целое. Территорию финансов, экономики, банковского дела посетили за время форума порядка 100 студентов и специалистов. В центре внимания – изменения в налоговом законодательстве страны. Имущественно налоговый вычет не привязывается непосредственно к одному объекту по приобретению жилья. То есть теперь это идет привязка именно к 2 миллионам на физическое лицо, на человека. Панельная дискуссия второго дня масштабной встречи оказалась более чем информационно насыщенной. Практики современной налоговой системы уточнили все спорные моменты в налоговом законодательстве государства. Я жду сегодня от вас каких-то предложений, каких-то нововведений. Студенческий научный клуб «Банкир» стал венцом первого финансово-экономического форума, но не последнего, заверили организаторы. Здесь слово держали те, кто твердо уверен, банковские услуги будут жить всегда. Выпускники. Системы дистанционного банковского обслуживания являются одним из ключевых векторов развития банковского бизнеса на ближайшие годы. Банк будущего, новые платежные системы, свое видение и прогнозы студенты представили в реальных проектах. Воплощение их не за горами, уверены экономисты. Финансовое учреждение должно следить за тем, чтобы структура предоставляемых услуг была сбалансирована. К слову, все мысли, как практические, так и теоретические, в скором времени обретут материальную оболочку. По итогам форума будет сформирован сборник научных статей. К нам поступили материалы по изменению налогового законодательства, по какие проблемы сейчас существуют в банковской сфере, а также поступило ряд материалов и от зарубежных коллег из Белоруссии, Германии. Скверу артиллеристов в Орле быть непонятно только где. Создание мемориала поставили на паузу. Причиной стало заявление главного архитектора Орловской области Вагна Вермещана. На минувшей неделе он сообщил о том, что выбранная ранее площадка предусмотрена под строительство транспортной развязки. Ксения Туркова с подробностями. Несколько лет идея по созданию сквера артиллеристов ждала своего часа. Инициатива удачно прошла все этапы согласования, получила поддержку со стороны властей и даже успела предстать в виде эскизного проекта. Идею обещали воплотить здесь, на пересечении улиц 1-я Посадская и Васильевская. Однако в преддверии строительства главный архитектор региона поспешил сообщить следующее. Изначально была сделана небольшая ошибка, мягко говоря, небольшая, что место выбрано неправильно. Вот то место, где предполагался поставить этот сквер, он даже в старом генплане города обозначен был как для дальнейшего развития транспортной развязки. Заявление заставило вновь собраться комиссии и оперативно решать, как быть дальше. Такому повороту событий, а вместе с тем градостроительным планом, особо удивилась сторона заявителя – Союз журналистов. Я хорошо помню, что архитектура совершенно не возражала против этого места, хотя мы на нем не настаивали, мы просто как вариант его предложили. Поднимались схемы, генплан поднимался, вот на столе лежали все документы. Там была зона, зеленая зона, это нам сказали однозначно. Напомним, именно Орловский союз журналистов предложил увековечить память Николая Сиротинина и единственного женского артиллерийского расчета. С местом для установки памятного знака в виде пушки определились еще в 2014-м, после чего начали сбор средств. Если есть финансовые возможности, то тогда давайте, так сказать, отдадим дань уважения. Нужно сделать его. Если сделать его хорошо, он останется. Мы должны принимать решения, которые будут именно объединять общество, а не раскалывать его. Большинство собравшихся ратовали именно за то, чтобы оставить сквер артиллеристов на прежнем месте. Мол, новые планы могут не позволить успеть к празднованию Великой Победы. Настолько вот и управление культурой, его учреждения, люди, с которыми мы работаем, мы прониклись тем, что мы уже не представляем того момента, что этого сквера не может быть. Мнения жителей, хотя и разделились, но оказались вполне лояльными. Таких мест, по словам орловчан, сейчас в городе явно не хватает.
Как раз на перекрестке транспорт со всех сторон очень даже прилично. Во-первых, центр города нужно озеленять. Я за те, которые погибли во время Великой Отечественной войны, это святые люди. За и против. Высшие эшелоны сами решат. Орел на протяжении уходящей недели носил статус самого интеллектуального города региона, так как именно в областной центр съехались участники конкурса «Учитель года 2015». Это его отборочный региональный этап. Проходит он в 19-й школе. Но всех конкурсантов, а их 21 человек, принимала гимназия номер 39 имени Фридриха Шиллера. О том, с каким настроением подходят учителя к финальному этапу, расскажем далее. Что вы видите? У вас получилось, Александр? Брусок утонул у вас? Да. Утонул. Антон, что получилось у вас? У меня брусок остался на поверхности. Я смог пить гвоздь, когда он был на поверхности. На поверхности, ладно. Хорошо. Чудеса. Это не шоу Дэвида Копперфилда перед многотысячной аудиторией. Мастер-класс по самым нелюбимым в детстве предметам дает учитель года 2014 Наталья Дмитриева. В роли школьников нынешние претенденты на интеллектуальную корону. В первом сосуде была обычная подкрашенная вода. Во втором сосуде тоже была вода, но она называется не ньютоновская жидкость. Она имеет тоже текучее свойство, да? Но когда мы с вами резкие движения производим с этой жидкостью, то она становится твердой. Такие наглядные примеры, считает педагог, сильнее всяких призывов к учебе. В этом году я не принимаю участие. Я, как победитель прошлого года, являюсь членом большого жюри. То есть уже смотрю на новых участников этого года, анализирую их работу, выставляем баллы. К региональному этапу конкурса «Учитель года 2015» все участники подошли с багажом не только знаний, но и побед. К примеру, Ирина Трошина из 40-го лицея в феврале стала лучшей среди учителей города. Я очень многое открыла для себя, познакомилась с очень многими талантливыми людьми. И, конечно же, это огромный-огромный опыт. И опыт педагогический, и опыт в общении. Сегодня в 39-й гимназии состоялся торжественный прием участников регионального конкурса. В борьбу за учительский титул включился 21 конкурсант. Очень приятно, что уже мы посмотрели уроки, на которых именно профессиональные качества увидели учителей. Мы увидели учителей в обобщении их инновационного опыта. В этом году нашу гимназию представляет очень достойный, бы сказал, молодой учитель Санькова Анна Юрьевна, учитель немецкого языка, которая, в общем-то, показывает достаточно стабильные результаты и достойно представляет нашу образовательную организацию. Что же касается оформления конкурса, то представители гимназии решили отказаться от стандартного сценария и устроили свой квест, в котором команда занялись поиском сокровищ капитана Джека Воробья. Поиск сокровищ начинается! Из 21 учителя, принявшего участие в конкурсе, на сегодняшний день остались 13. У них впереди еще два напряженных дня, в течение которых им предстоит предъявить жюри доказательства того, что именно они достойны права называться лучшими. В пятницу, в заключительный день, из 5 лауреатов жюри выберет одного, того самого учителя года 2015, который и представит наш регион на всероссийском конкурсе в сентябре этого года. На этом у нас все. Ровно через неделю с вами снова программа «Губернии. Итоги недели» на телеканале Первый областной. Заглянем в прошлое, чтобы лучше жить в настоящем. С вами был Сергей Кравцов.